Значит, у нас сегодня с вами тренировочное занятие, подготовка к экзамену. Значит, и будет это осуществляться таким образом, к вам уже знакомым образом. Значит, вы выбираете два вопроса из тех вопросов, которые есть в методичке, в программе. Выходите сюда, за трибунку, и рассказывайте, что вы по этому поводу желаете сказать. Значит, задача ваша какая? Сказать то, что надо, и не сказать то, что неправильно. Логично. Если что-то скажете неправильно, у нас сегодня безответственное занятие. В том смысле, что я послушаю, что вы скажете, и выскажу свои замечания, если они у меня будут. А если нет, выскажу свое одобрение, и это в этом, собственно говоря, и будет состоять наш подход. Да? А на экзамене вы будете подходить ко мне с написанным текстом в размере примерно одной страницы на каждый вопрос. То есть не увлекаться какими-то там произведениями. Вот, а я почитаю и задам вам дополнительно какие-то вопросы, исходя из того, что вы написали. Вот, собственно, ну вот два таких у вас, две странички, два вопроса, две странички. Сегодня, так сказать, эти странички для вас. Или вы так делаете, да. Так что, пожалуйста, кто у нас первый будет? Не знаю. Уже надо распределиться? Ну, не распределиться, а надо уже выступать. А, моей подготовки у нас не будет сейчас? А вы что, не готовы? Ну, в смысле подготовки, чтобы тезисы составить. Пока один выступает, другие готовятся. А, вот так. Конечно. Ну, давайте вы уже готовы, у вас все написано. Тяжело в учебе, легко в бою. Ну, вообще Суворов был гением, конечно, но он был гением военной стратегии все-таки. А у нас сейчас военное время, у нас вообще в ИГИЛ воюет. Ну, допустим. Даже сейнеры нападают на наши сторожевые корабли в Эгейском море. Мы отбиваемся. Мне нужно. Дайте, подожди. У вас это нету? Есть. Есть, но надо на кафедре. Так, ну я выбрал там два вопроса. Первый – это коллективный договор, как основа разрешения противоречий. И охрана собственности во время забастовок. Охрана собственности, и не только охрана собственности, и охрана собственности и поддержание порядка. Ну да, и поддержание порядка. Да. А, что касается первого... Тебя назовите, а, зовут меня Артем. Значит, что касается коллективного договора, то он является по своей сути вообще важнейшим нормативным правовым локальным актом, который регулирует отношения между непосредственно работодателем и работником. А там... Как правило, прописываются их обязанности по отношению друг к другу, а также прописываются необходимые аспекты, которые возникают в процессе трудовой деятельности, будь то за уровень заработной платы, коэффициенты ее же, премирование и вообще жизнь работников, то есть как она даже регулирует и бытовые аспекты. Значит, коллективный договор, он вообще позволяет снизить количество бумагооборота и документооборота в компании, потому что, как я уже говорил выше, коллективный договор является таким документом, в котором прописывается без преувеличения вообще вся трудовая жизнь. Поэтому, когда заключается уже индивидуальный трудовой договор между предприятием и работником, то наличие коллективного трудового договора позволяет в индивидуальном делать просто к нему отсылки, а не прописывать в этом трудовом договоре заново все аспекты. Потому что если представить, что, допустим, на предприятии 2000 работников, и если в каждом индивидуальном трудовом договоре будут прописываться одни и те же нормы, ну, планета спасибо нам не скажет за использование такого количества бумаги, это надо понимать. Вот.
Плюс ко всему, коллективный трудовой договор позволяет обосновывать затраты организации на те или иные расходы, будь то, допустим, организация питания, организация перевозок и прочих вещей. А в случае возникновения каких-либо конфликтных ситуаций, там, в этом коллективном договоре, может прописываться такая вещь, что стороны обязуются решать все возникающие конфликтные ситуации посредством переговоров на основе взаимоуважения. По тем вопросам, которые урегулированы договором. Вот. Это то, что я хотел сказать по первому вопросу. Значит, второй вопрос – это охрана собственности и поддержание безопасности во время забастовок. Это, на мой взгляд, является достаточно важным моментом во время забастовки, потому что предприятие либо не функционирует во время забастовки, либо оно функционирует в строгом соответствии со всеми инструкциями и приказами. Поэтому возникает необходимость в том, чтобы безопасность во время этого поддерживалась на достаточно высоком уровне, потому что конфликтогенность она обостряется, и в зависимости от состояния, допустим, того же морально-психологического климата в коллективе, у отдельных индивидов могут происходить какие-либо нервные срывы или иные вещи. Плюс ко всему нуждается в охране и собственность предприятия, поскольку рабочие, если уж они организовали забастовку, то не может случиться так, что они, значит, бастуют, а охраняет все остальное администрация собственности предприятия. Вот, поэтому, как правило, создаются дружины. Дружины создаются из крепкого телосложения мужчин. Плюс с ними должны проводиться занятия, допустим, по какой-то базовой там подготовке по единоборствам, будь то самбо, там айкидо или еще какие-либо боевые искусства. Вот, плюс проводится инструктаж именно по противодействию всякого рода криминальным элементам, которые могут мешать проводить забастовку в соответствии с теми требованиями, которые выдвигает трудовое законодательство Российской Федерации. Последнее очень хорошо, потому что упор делать не просто на поддержание порядка, а на соблюдение законности. Да. Соблюдение законности, да. Закон у нас это требует какой-то силы. Естественно. И естественно, если, скажем, определенная сила проводит забастовку, то она должна обеспечивать безопасность и отвечать за нее перед законом. Само собой. Хорошо. Спасибо. Политический конфликт. Первый вопрос. Второй. Проведение забастовки. Правильно? Так, по-моему, звучит сейчас. Да, по-моему, так и звучит. Проведение забастовки. Политический конфликт, да, это столкновение Низамова Эльмира Радиковна, второй курс магистратуры, политический конфликтология. Политический конфликт – это противоборство, столкновение политических субъектов политики, политических сил. Политический конфликт может быть, по, если разделять его по субъектам, государственным, межличностным, межгрупповым, соответственно, в зависимости от того, кто в нем участвует, группа, личность или государство и так далее. А класс не может участвовать? Класс тоже может, это группа. Группа, да? Это скорее к группам относится, конечно, это группа лиц. В основе политического конфликта, как правило, лежит борьба за власть, отстаивание собственных интересов, целей, в частности, конечно, естественно, политических целей. Власть в государстве, власть... Чью? Власть в государстве, понятно. А чью власть? У кого власть? Правящие партии или правящего класса.
партии или класса, или то и другое, или они как-то связаны? Ну, в зависимости от того или иного конфликта. Если вы говорите политический конфликт, политический конфликт. Политику, да, как понимаете, политика это что? Ну, вот я примерно так и буду придираться к вам. Хорошо. Значит, ну смотрите, политический конфликт может разразиться, так скажем, как между партиями. Может. Это я добавил. Также между группами. Политика это что такое? Политика, ну, это борьба. Ну, это не борьба, это. Не борьба. Не борьба. Как объяснить? Борьба. Нет, это не борьба. Политика не борьба. Это взаимодействие правящих и неправящих структур в государстве. То есть они дружат там. Но они взаимодействуют. Они не дружат, но они соперничают за наличие власти. Вот вы сейчас вот со мной боретесь или не боретесь? Сейчас с вами нет. Как бы нет. Вы имеете власть, я нет. Я останавливаю. Вы пытаетесь отстоять свою точку зрения. Почему вы как-то не понимаете? Ну, скорее я сейчас. А борьба, это вы как вообще понимаете борьбу? Борьба – это взаимодействие двух или более субъектов, правильно? Естественно. Да, но это взаимодействие… Направлено на противоположные, так скажем. Вот, это единственная борьба – противоположность. Да. Это, по существу, противоречие. Если вы в обществе имеете дело с противоречиями, это социальные противоречия. Когда эти социальные противоречия носят политический характер? Все когда? Социальные противоречия носят политический характер. У нас сейчас политический характер? Нет. У нас образовательный сейчас процесс. А вот… И вообще у нас сейчас игра. Когда подразумевается... Мы играем в то, что я у вас принимаю экзамен. На самом деле я совершенно не принимаю. У нас сегодня безответственное мероприятие совершенно. Абсолютно. Если вы не принесете чай, то и так далее. Это не прописанный регламент. Да, не прописан. А инициатива у нас не приветствует. Наказуем. Так, ну так все-таки... Политический конфликт, когда в основе идет борьба за власть. Именно за... Кого-то власть. Вот если мы с вами два кандидата от одной партии, так? От одной партии. От одной партии. А эта партия выражает интересы одного класса. И вот мы с вами боремся, или вы будете президент, или я буду президент. Это политический конфликт? Естественно. А? Да, это, конечно, политический. А что тут политического? Или я буду выше вас стоять, или вы будете выше меня стоять? А ну, за продвижение собственных идей и достижение собственных целей. Это личностный конфликт. Ну, когда касается дела прихода... Они могут управлять. А, например, поэтому, когда спасла Жанна д'Арк Францию, ее взяли и сожгли, потому что, говорит, ну, раз она так здорово воевала, то, значит, она ведьма. Нет, когда касается продвижения идей на уровне государственном, это уже политический конфликт. А если не на государственном? Ну, а вот, скажем, оппозиционные силы, они всегда не на государственном. Ну, у них главная цель какая? Какая у них главная цель? Прийти к власти, то есть прийти у оппозиционных сил. Человека, у какого-то человека прийти к власти, он будет оппозиционная сила или он не оппозиционная сила? Ну, он и придет к власти, и что? Изменится. И будет продвигать собственные идеи, да, цели. А собственные идеи, а не то, которые полностью противоположны существующим. А почему вы думаете, что они будут противоположны? Вот когда речь идет о том, что я свои идеи буду продвигать, я не догматик, я свои, для того, чтобы мне прийти к власти, я и идеи поменяю. Если у меня задача прийти к власти, не надо цепляться так вот за идеи, да, правда? Что там эти идеи? Мы же все свои люди, и разберемся, и скажите, я раз и становлюсь. Разве таких нету политических фигур или таких вот событий политических, когда представители одних классов становятся представителями других классов? Конечно, есть. А можно сказать, что даже это очень часто бывает. Например, приведу вам пример. 1914 год. Все социал-демократические партии, как одна, проголосовали за то, что это не допустим империалистической войны, будем, значит, интернационально все вместе выступать против военных кредитов. Ну, теперь, значит, стал вопрос, надо голосовать в парламенте. Они сидят в парламенте. Значит, естественно, в военное время введены особые условия. Кто проголосует, куда пойдет против военных кредитов? Против? Против, кто проголосует. На каторгу пойдет. Вот в России 4 человека проголосовали. Муранов, Подаев, Шагов и Надин. И отправились в Сибирь. Угу. И один человек проголосовал в немецком парламенте. Его фамилия. Не
знаю, как его фамилия. Да? Карл Липнер. Что? Карл Липнер, да. Карл Липнер проголосовал и отправился на каторгу. То есть поднятие руки означало, остальные отправились в правительство. Они преодолели свою политическую узость. И вот, как вы считаете, они пришли к власти? Да. Так они пришли к власти своего класса, которому они раньше служили, пришли к власти другого класса? Другого класса. Значит, тот класс, который ставил власть, он остался у власти? Да, естественно. Что, политическая задача что-нибудь изменилось или нет? Ну, здесь скорее, да, столкновение политических интересов, то есть разноплановых политических интересов. А политические интересы, политика все-таки тут надо докопаться. Политика связана с личностными какими-то стремлениями, с решением каких-то личностных? Нет, достижения... Карьерных задач или с... Не карьерных, нет, я не говорила. А как политика, это же деятельность органов государственной власти, отражающая общественный строй и экономическую структуру. Ну, лакон, почему? Оппозиционные партии ведут политику, которая совершенно не деятельность. Партийных интересов групп партий. Партийных. А партия это что такое? Партия – это совокупность людей, личностей, имеющих общие понятия о режиме. Понятия. То есть критерий у нас такой, чисто по понятиям. Нет, общие понятия о, я еще не закончила свою мысль, о необходимом, а о строе, режиме и, так скажем, это такие вот ученые, которые должно быть. Вот у нас, однако, вот мы собрались, у нас одинаковое представление, если у нас общие понятия, то мы вот и ведем политику, да? Ну, на самом деле, если в моем понимании политика, это когда делят ресурсы, имеющиеся в государстве. Вот это в моем понимании политика. То, что имеете... То есть дележь ресурсов, это политика. Да, я думаю, что это так и есть. А вот и если брать в более глобальном плане. Время, Газплан делил ресурсы. Это политика? Нет, мы сейчас говорим о политике, как о разноплановых группах, которые борются за что. Разноплановость. Вот была одного плана группа. Причем это вот переход с позиции одного класса на позицию другого класса, он был всеобщим. Ну вот я всех перечислил, кто не перешел. Пять человек. Депутатов парламента, которые остались на тех принципах, которые были проложены вот всеми социал-демократическими партиями. Ну или другими словами, эти партии совершили предательство по отношению к кому? К собственным единомышленникам. Нет. К партии. Просто они не догматики, это мы с вами догматики, они не догматики. Они видят, что лучше пойти, они поняли, мы-то дураки, не понимаем, что лучше пойти в правительство, чем пойти на каторгу. А это люди творческие, гибкие, они вместо того, чтобы идти на каторгу, пошли в правительство, а вы на них нападаете. А я еще называю их предателями. Вообще не хорошо. Ну, я нападаю, вообще нехорошо, правда? Люди хорошие, солидные и так далее, сидят в правительстве. Но они выбрали личное благополучие. Они выбрали личное благополучие, и вот для этого они борются за свою власть. А потому что с властью связано благополучие и контроль над ресурсами. Вот, значит, всякого, то есть, поэтому, значит, из вашего понимания следует, вот, если так его взять, что это грязное дело, политика. Там собралась кучка людей, которые каждый хочет, так сказать, получить больше власти и тем самым больше контроль над ресурсами. Если я вас оттолкну, я буду распоряжаться, если вы меня как-нибудь толкнете, если что-нибудь мне мокрое подложите, я упаду, а вы еще, так сказать, что-то добавите, и, глядишь, и вы будете контролировать ресурсы. И вот отсюда вытекает такое тезис, что политика – грязное дело. И есть, конечно, грязь бывает не только, бывает и в политике, но все-таки, так сказать, считать, что вообще политика грязное дело, не совсем, наверное, правильно. Что-то вот как-то у вас получается? Как определял? А у нас еще с вами учебный курс, между прочим. А как курс? Вы спросили, как я это вижу? Так, как видит это деятели ученые, я попыталась до этого сказать. Вы сами говорите о политике. У нас ведь политика какая? Есть государственный университет, а государство это что-то. И это машина насилия в интересах определенного класса. В данном случае у нас правящий класс какой? Буржуазный. Так? Значит, соответственно, есть эти преподаватели государственного университета, которые разрабатывают программы, которые утверждаются. Причем в соответствии с указом президента, политический уровень. Значит, программа Московского и Санкт-Петербургского университета не утверждается в министерстве, а здесь, вот на уровне университета. Поскольку считается, вот здесь вот такой уровень.
И вот есть программа. И вот вы столкнулись с программой и с курсом, который, значит, прочитан в соответствии с программой. Вот я в связи с этим уже, хотя эту программу я написал, но она уже оформлена как некая программа государственная, правильно? Она же программа у вас на обучение в магистратуре. Вот меня просил заведующий, я подготовил, как я разотвердил это все. Вот вы теперь, значит, попали в поле тяготения этой политики. И вот теперь я с вас требую уже. На самом деле, видите, я ее написал, а требую с вас, как будто бы это уже государство, видите? Потому что вы вроде как не государство, а я вот тут, значит, тут воцерковлен в это государство, и вот с вас это дело требую. Вот так это примерно выглядит. А если вы не скажете то, что я написал и провозгласил, то, значит, я могу вам поставить плохую оценку, а вам это не надо. Даже с точки зрения... Но я могу оспорить эту плохую оценку, собрав других людей. Это так называемую комиссию. Вы можете оспорить, а я вам, как, поскольку у нас занятие по конфликтологии товарищеские, я вам объясняю. Вы, конечно, оспорите, я соберу еще своих товарищей. А почему вы своих товарищей? Еще двух профессоров. У меня товарищи профессора, а у вас товарищи кто? И вот они скажут, почему Михаил Васильевич так разложили эту группу, что у вас черт-то что несут люди, и вы такой либерализм к ним проявляете. Надо было давно выгнать таких, которые тут придерживаются. Так и бывает. Или так не бывает? Возможно. А потом, когда второй раз собирают, ну, тогда еще больше товарищей моих придет. Ну, как вы понимаете, это, в общем, поэтому тут надо вот политик, вот если вы политик, он должен думать вперед, просчитывать ходы. И чем отличается мудрый человек от умного? Умный знает выход из любого положения, а мудрый туда не заходит. Значит, в курсе. Лекции было сказано, что политика, и это отношение между классами, то есть идет сведение в деятельности людей к тому интересу, какого класса они проводят. Одни могут проводить, другие не проводить, могут люди меняться, классы-то остаются, классы отличаются не потому, что они думают, а у вас такое субъективное юристическое представление, что вот что-нибудь, понятия какие, что у них в головах, вот то, что находится в головах, сопоставляется с тем, что выгодно тем или иным классом. И получается, что сегодня Иванов отражал интересы этого класса, а потом Иванов плюнул и сказал, да не буду я его тут бороться за него, лучше интересы этого класса. И он становится представителем другого класса. Но это борьбу классов никуда не девает. Поэтому, а классы за что борются? Вот класс, который стоит уже у власти, он борется за что? Чтобы эту власть сохранить. А затем он борется за то, что ее используют для осуществления своих интересов. Так, а вот тот, кто оппозиционный класс, вот видите, на третьем ряду представитель оппозиционного класса, он весь такой худой, вот, в отличие от тех, кто представляет правящий класс. И вот он борется за что? Ему еще нужно этот власть завоеваться, отнять власть у этого класса, взять ее себе, а потом только он будет бороться за удержание. Сейчас ему нечего удерживать. Чего ему удерживать? Нечего удерживать. У него даже нет этой программки, все забрали. Вот. И осуществлять свои интересы. А вот для этого создается политическая партия. А партия представляет собой авангард класса. Это там личности все меняются. А вот это понятие, о котором мы говорили, я вижу, тут как раз группа, которая имеет общее понятие, или создает это понятие, в том числе в ходе образования, от которого можно потом отказаться. В соответствии с тем, что я вам рассказываю. Вот, например, Владимир Ленин, он у нас какой университет окончал? По-моему, вот здесь, кстати, заканчивал в Санкт-Петербурге, только я не помню, какой. Приехал экстерном. Экстерном сдал за весь курс юридического факультета. И все. Ну что, сдал, ну отлично получил. Вот помните, у нас тут висели тут все портреты, значит, Керенского, Ленина, здесь, так сказать, руководитель Единой России. Путина, Медведева, у нас тут была выставка. Ну, меня не было здесь. Вы не видели, у нас очень интересно было. Вот внизу заходишь, сейчас там все-то какие-то поставили вертушки и прочее, а там заходишь и кругом, кто закончил. И смотришь, что наши все захватили Москву. Все захвачено. И те, которые на той стороне были, и Керенский тут, понимаешь, кончал, и Ленин тут кончал, и Путин, и Сердюков, и так далее. Ну, само собой, Сечин. И глава администрации Иванов, филфак закончил наш. То есть это все птенцы одного гнезда. Короче говоря, лица могут меняться, переходить с одной стороны на другую, но всегда есть некий авангард класса,
который сознает интересы класса, политических, идеологически выражает, и организует класс на борьбу за эти интересы. Как это называется? Партия? Партия называется. Партия не просто группа там каких-то единомышленников. Вот, друзья, кино с вами. Любите вы кино, я люблю кино. Мы с вами раз и большую группу. Но отрицать, что они единомышленники, нельзя. Они единомышленники. Вот мы любим именно эти кино. А вот эти не любят. Мы их не берем в свою партию. То есть партию можно трактовать как пад, чисто по-английски. Вот пад, часть людей, которые вот половина. Это тоже допустимо вполне. Это не политическая партия. Мы говорим о политической партии. Вот политическая партия, она является ее определением авангард класса. Тут нас одно время заставляли, чтобы мы готовили какие-нибудь такие учебные, не просто программы, а пособия, чтобы там было обязательно, как сейчас любят ответы на вопросы. ЕГЭ. Как ЕГЭ. Угу. Ну вот, ну, меня так нагибал заведующий, как товарищ Петров. Я говорю, ну ладно, мы сделаем. Договорились со студентами, они там, значит, я говорю, кто хорошо делает, получит хорошую оценку. Вот они, значит, по поводу партии писали. Три вопроса. Партия авангард класса, партия олигард класса, партия андеграунд класса. Выбери. И так и по другим вопросам. Довольно. После этого от нас отстали с этим делом, потому что у нас, в принципе, вообще другое преподавание. Не выбирайте из того, что лежит на поверхности, здесь вот сидит это и это. Вера, Надя, любовь. А тут надо идти вглубь, а не просто, значит, выбирать из того, что есть на поверхности. Хотя вот принцип, так сказать, отношения к школьникам сейчас именно такой. У нас все-таки пока еще сохраняется. Может, у нас тоже наверх это дело. Или пытались навязать, но пока не прошло. Так вот, значит, если, значит, вот эта партия, а политика – это борьба классов, завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Все то, что вы хотели сказать, сюда входит полностью. Угу. Но если этим ограничиться, тем, что вы сказали, то тогда будет ущербное просто понимание. Хорошо. Поэтому будем считать, что вот угу. У нас... С одной стороны, у нас с вами 28-го будет консультация, там вы еще будете задавать вопросы. Угу. Это консультация по типу, значит, вы спрашиваете, я отвечаю. А сейчас у нас тоже своего рода консультация. Если я вижу, что мы, значит, не совсем тот получаем ответ, то если на экзамене я говорю, я к вам там оценка и все. И я, а если вы скажете, а почему? А потому что у нас сейчас не консультация, я объяснять не буду. А сейчас как раз у нас самое время, когда я объясняю. То это вот не так и не совсем правильно, и не глубоко. По той простой причине, что оно и упрощенно берет политику. Хотя все, что вы хотели сказать про политику, сюда вполне входит. Совершенно точно. И люди, и страсти, и там, и все, что угодно. И борьба любая. Хотя вы сказали, что нет борьбы, или еще как борются? Нет, я не говорила, что нет. И ресурсы там делят вообще уже все, что угодно. Причем ресурсы на выборы, или на то, чтобы подорвать эти выборы. Все, что угодно, все делается. Вот это все политика. Политика и, вот, соответственно, политический подход к этим вопросам. Угу. Вот, просьба так хоть иметь. Хорошо, да. Проведение забастовки. Право на забастовку прописано у нас в 37-й статье Конституции Российской Федерации. Для проведения забастовки необходимо, для выставления требований от профсоюза необходимо хотя бы 50% приверженцев, так скажем, этих требований. Не юридически, не точно. Для проекта хотя бы 50, вы не можете выставлять. Надо хоть на одном, на 1%. Ну, 50% необходимо. Минимум 50. Не менее. Больше 50. Больше 50. Хотя бы 50. Хотя бы 50. 50 это и есть хотя бы 50. Вот. Нет, там прописано, что плюс 50, не 50. Более 50. Более 50. Я думала, 50 достаточно. Но это моя ошибка. Написано более. Да. Более, да. Более, да. Но это общее правило, там, скажем, моя конференция более 2/3, там, да, она правомочна. Собрание больше 50 тоже и так далее. Теперь, значит, если вот референдум проводится по Конституции, то для того, чтобы он имел, так сказать, силу, нужно, чтобы было не более 50% не тех, кто пришел, а тех, кто имеет право голоса в Российской Федерации, например. Из этого следует, что Конституцию у нас никто не читает. Никто за нее не голосовал, за что сейчас Конституция. Понятно. Во-первых, потому что и не ставился вопрос, за какой проект вы голосуете. Ни один проект не ставился на голосование. А просто ставился вопрос, вы против Конституции? Признаете Конституцию Российской Федерации? Попробуйте сказать, что вы против. Признаю. Это вы против основного закона пойдете. А перед этим стреляли по Белому дому из танков.
вас по вакс еще никто не стрелял пока. Как вы ответите на этот вопрос? И так все хорошо отвечено. Вот. Но это, можно сказать, не то, что какое-то исключение из политического правила, скорее правило. Вот уж обычные законы принимают какой-нибудь парламент, голосованием, а вот Конституция всегда какая-нибудь или революции, или контрреволюции. Потому что, скажем, вот французская буржуазная революция опрокинула всю старую законность, утвердила новую буржуазную законность, а не феодальную, правильно? И все. Значит, все, естественно, феодалы считали, что это нарушение закона. А буржуазия, поднимающаяся власти, что это ваш закон, это ветхий, он уже не годится никуда, вот наш новый закон. А когда пришли к власти, тогда Конституцию создали. Что сначала создается? Конституция, потом власть, или власть, потом Конституция? Власть, потом Конституция. Власть, потом Конституция. Хотя вроде бы, так вот, при спокойном течении событий, вроде как все, вот фундамент такой Конституции, на ней стоят федеральные законы, там и прочее. А в политической жизни бывает, там вот. Так, вращаемся. Это мелкое замечание было. То есть только на 1%. Да, более нет, я просто, у меня так записано. Более я так, да. Так. Промежуточные процедуры необходимо уведомить орган власти в обязательном порядке, а также провести беседу. А требования обязательно нужно выдвинуть? Требования, да, естественно. Но они не сказали самое главное. Требования. А я начала с этого, что для предъявления требований профсоюза необходимо более 50%. Да. А также необходимо уведомить орган власти о проведении забастовки и провести соответствующие беседы с забастовочными членами забастовки, участниками забастовки. Вы, когда говорите проведение забастовки, имеете в виду, что уже примирительные процедуры прошли или еще не прошли? Нет, уже проведение самой забастовки. Уже проведены. То есть, да. Значит, снова надо собирать конференцию? Да, естественно. Снова? Да. Собрание уже было для выдвижения? Нет, требований. Это уже проведение, мы говорим о проведении забастовки. Снова надо собрать, уведомить, как бы это, да, 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 провести участниками забастовки соответствующие беседы. А забастовка является как частная, так и полная остановка рабочего процесса. А вы на какой период, как вы будете уведомление писать, с какого числа и как вот, как вы проходите? С момента уведомления органа власти и бесконечно. До бесконечности будете выписывать? Ну нет, мы имеем право это делать. Имеем, но вы как будете писать? До уведомления, точнее до удовлетворения наших требований. Удовлетворение требований, потому что некоторые говорят, вот забастовку провести 16 там, декабря. Вот они 17 продолжают и сразу увольняют. Нет, до удовлетворения требований, но, соответственно, не ограничено или, по времени. Или есть другое, например, даже люди не пишут удовлетворение требований, пишут, что бессрочная забастовка. Да. С такими требованиями, бессрочная. А, хотя она как-то вроде бы тот же самый смысл, то, что вы сказали, она какой-то такой суровый сказать. До бесконечности, но если не удовлетворят, почему нет? Можно и до бесконечности. Да, возможно, приостановка забастовки, но это не означает примирение сторон, это означает лишь как бы ее прекращение на определенное количество времени. Не только. Или, с получением права изменить характер забастовки. Ну, либо подкорректировать забастовки. Требования. Нет, требования нет. Требования ну, в вот зависимости от требования. А вот сам вид забастовки изменить. Допустим, у вас было раз частичное, может, 1 час в день не работаем. Так? А теперь, значит, проходит 3 дня с момента того, как вы приостановили. Вы приостановили, и вот теперь с момента, когда вы выдвинете новые, уведомление дадите новой администрации о том, что будет вот такой форме проходить. Теперь будет 2 часа. Один перед обедом, другой после обеда. Вот. Да. И после этого вы можете, не надо никаких процедур, ничего не надо. После этого. Это все решает уже досрочный комитет. Досрочный комитет принимает такое решение, и вот письмо счастья несет администрации. Все. Потом он снова меняет. Говорит, нет, слишком много мы не работаем, будем работать только 1,5 часа. Не работает только 1,5 часа. Но в конце дня, а то поздно ехать домой. И так далее. Ну, это вот такая форма. То есть она не, с одной стороны, что позволяет сделать? Чем она выгодна работникам, эта форма? Ну, в зависимости от того, как ты себя чувствуешь, регламентировать проведение. Ну, то есть под собственные нужды подстраивать. Это прозаичный вопрос.
Это значит, если вы за полтора часа не работаете, вы за полтора часа зарплату не получаете, а остальное получаете, и вы можете бастовать месяцами, правильно? Ну да. Вот это ваше, кто сказали, пока не удовлетворяет требования. А если вы остановите производство, вот такую форму выберете, сдуру, я так скажу, сдуру, потому что некоторые вот когда тупо, примитивно понимают, то у нас что, у забастовщиков есть задача уничтожить производство? Нет. Нет, нет задачи не может. Потому что если вот, человек, имеющий капитал, ну переведет свой капитал в другое место, да и все. А вы что, все переведут работники? Ничего они не переведут, они останутся и все. Поэтому они вот должны на это смотреть с точки зрения своих классовых интересов конструктивно, чтобы не получилось, что они остались ни с чем. В Иваново так бастовали. Бастовали, закрылись предприятия. Еще там просто как мор прошел по промышленности, ксильной особенно. Все прогоряли. И, соответственно, мы же на строительные предприятия. Наши докеры никогда так не бастуют. Чем это надо? И ждут, когда они перестанут бастовать. Они бастуют и бастуют, бастуют и бастуют. Капают и учили. До полного выхода требуют. Да. Порядок в период забастовки обеспечивает забастовочный комитет, да, да. Ну и также существует правило, прописанное в законе о том, что в период забастовки работодатель не имеет права уволить участников забастовки, работников предприятия. Вот если я просто перестану работать, меня могут уволить. А если я участвую в забастовке, то в чем я работаю? А я участвую в забастовке. Да. Очень удобно. Законно, но это законно. Это законно прописано. Такая задача непростая. Люди очень немногие у нас умеют это делать. Ну, то есть грамотные люди, образованные в том числе. Вот, скажем, товарищ Федотов на порту работал, начальник национального правового отдела. Он кончил экономическое отделение, потом правовое. Я у него был руководителем у нас на кафедре экономики и права в Институте повышения квалификации. Он и квалифицированный человек. Мы с ним книжку вместе написали «Введение коллективного трудового спора за заключение договора, коллективного договора». Все оформлял. Команду нос они подточили, все проходило, все оформляли, все сделали. А некоторые у нас, если большинство деятелей профсоюзных кредит, невозможно в России проводить забастовки. Потому что это долго оформлять. А вы куда спешите? Вам нужно куда-то спешить? У вас бессрочно идет все. Это раз. Во-вторых, если вы хотите повлиять на работодателя, то на него влияет то, что долго он находится в процессе забастовки, куда-то все движется, вы на него как бы давите, но не разрушайте производство. У вас нет же цели разрушить производство. И такую цель мы никак не можем ни приветствовать, ни никоим образом. А вот то, что, так сказать, скажем, государство, буржуазное государство в своем законе определило такую возможность, чтобы не было грубого нарушения вообще, так сказать, некоторых норм, которые приведут к ухудшению вообще ситуации в производстве в целом. Вот, например, в Англии с забастовками было установлено фабричное правительство, нет, по воле буржуазного класса, потому что детей мало отправляли работать, потому что дети они получают больше, меньше зарплату, чем родители вдвое. Так бы родители увольняют, детей расставляют. Когда смотрят, стали вымирать. Население начинает рабочее вымирать. Что делать? Давайте против родителей, что без согласия родителей нельзя направлять. А что, пока родители не будут говорить? Они умрут, и дети умрут. Они дают согласие. Тогда делали еще против работодателей, сами работодатели, что не имеют права привлекать. Все, на этом дело закончилось. Появилось фабричное законодательство в Англии. Так что это вот такое, это то, что скажем, ну, степень алчности, она может быть безграничной. Денег вообще не может быть много, их всегда мало. Есть такие люди, извините, таких людей, которые говорят, денег вот уже все, больше не надо. Таких нету. Может, где-то он не здесь. Где-то, может, есть, да? Да. В музеях. Так, ну что, очень хорошо. Вот, все. Все хорошо. Ну и мы с вами заодно обсудили некоторые такие принципиальные вопросы этой темы. Спасибо. Это у меня на самом деле все зависит, потому что у меня начало. Да, вы какой класс представляете? А, это вы, да? Я притерян. Вот. Вот, видите, он сразу заявил. Ему нечего терять, кроме ступеней, и он вышел на трибуну. Так, пожалуйста. Собственно. Первый вопрос это начало политического. Первый вопрос это как вас зовут? Да, Александровский Ростислав. Пролетарий второго курса магистратуры.
Вот. Собственно, значит, первый вопрос – это начало коллективного трудового спора. Вот. Начало коллективного трудового спора – это неурегулированное разногласие между работниками и работодателем по поводу условий труда, в том числе зарплаты и прочих, ну, изменений, выполнения требований работников. Вот. Хорошее определение. Нет, оно не полное. Не полное, потому что на самом деле тут разногласие, говорится о трудовом споре, а имеется в виду конфликт. Имеется в виду конфликт. Правильно, все согласны, что конфликт имеется в виду. И первый закон, который был вот, у нас появился, закон у нас про Горбачева появился, до этого не было закона никакого регулирующего забастовки. Забастовки никак не запрещались и никак не регламентировались. Причем есть высказывание Ленина по этому поводу. И к нему приходит, говорит, вот забастовка, рабочая басовка, это было после взятия власти пролетариатом. Он говорит, ну если они басуют, так как же революция, пролетариат взял власть, а теперь оказывается, значит, что там какие-то люди что-то не то делают. Тут два варианта, или им не объяснили, что вы делаете правильно, но им не объяснили, надо пойти объяснить. И делают неправильно, так правильно басуют. То есть в любом случае получается, что никак нельзя обвинять тех, кто басует. Трудящиеся вот просто с кондачка никакие басовать не будут. Таких случаев вообще нет, просто с дуру басовать. Ну, соответственно, причина – это невыполнение обязательств работодателя. Да, таких просто даже не найти. Я вам хочу сказать, у меня отличные впечатления. Я был в Эстонии, мы с коллегой ездили. В Эстонии с первым секретарем Петроградского райкома Раковым поехали туда во время забастовок русскоязычного населения в связи с ущемлением прав русскоязычного населения, которое работало в основном на крупных предприятиях, которых сейчас нет в Париже. В каком году, Михаил Васильевич? Ну, в каком? В 89-90. И вот, когда вот начались это дело, процесс разрушения Советского Союза, и вот выступает женщина, говорит, я работаю 20 лет. 20 лет я всегда приходил на работу, раньше на час. Я чувствую себя, говорит, не в своей тарелке, как вот, не работать. Я пришла на завод и не работала. То есть это для человека, который трудился всегда, ну не знаю, как у вас, наверное, есть родители тоже. Знаете, у меня отец работал в литейном цеху, выходил не меньше, чем за полтора часа, да, и всегда приходил на час. Он говорит, что ты туда идешь? Все, куда ты идешь? Он пошел, все. Ну как он что-то не пойдет? Он подготовит рабочее место, приготовится, настроится и так далее. Человек, который, так сказать, относится к уважению к своему собственному труду и к себе. Поэтому это, конечно, всегда беда для человека. Поэтому вовсе это не то, что это такая радость поставать. Ну, человек поработал и работал, получал, делал, получал зарплату. Так, понятно, да? Хорошо, продолжаем. Вот. Собственно, днем начала коллективного трудового спора является день сообщения работодателя об отклонении всех или части требований работников или не сообщение работникам о своем решении в определенный срок. Вот, соответственно, это день начала. То есть работодатель предусмотрел, что ну вот отказывать, я и отвечать по мне. Ну не отвечай, это тоже ответ. То есть учтено, что это тоже ответ. Это отрицательный ответ. Ну раз не отвечаете, значит, что-то непонятно. И надо приходить и требовать, а скажите мне, что говорить, ясно, что это вам не написано. Что говорю, да, значит нет. Так. Собственно, все эти основные понятия записаны в статье 38 Трудового кодекса. Вот. По поводу дня начала забастовки, соответственно, как уже упоминалось, для организации забастовки необходимо собрать либо конференцию работников и не менее, то есть более 50% работников должны согласиться на начало проведения забастовки. Вот. Я понял, то есть конференцию, то более 2/3 должно проголосовать за делегатов конференции. Потому что конференция это же не прямое представительство, а ступенчатое. А раз ступенчатое, то вот так 2/3. Более 2/3. А если вы собрание всех соберете, если у вас такое, то работа, более 50%. Да, более 50%. Либо подписи. Либо подписи, либо подписи, если нет возможности провести собрание. Да, вот. Также записано в статье 410, кажется,
что работодатель не имеет права препятствовать проведению проведению конференции и обязан предоставить помещение и условия для проведения этой конференции. Ну так, не всегда. Ну, то есть, если мы представляем себе забастовку как конфликт, а не как трудовой спор, ну, спор закончится на самом деле. Потому что когда спор, если есть спор, это просто разногласие. Конечно, не урегулированы. Мы с вами спорили, думали, что договоримся, да. Они не урегулированы, как тут записано. Но раз они не урегулированы, то все эти разногласия остались. Но мы не думаем, ну и черт с ними, с этим разногласием, и пошли работать. Тогда это что? Это никакая не забастовка. Не забастовка. Почему я должен сделать? У нас уже есть с вами разногласия. Еще обязательно вот мы должны все урегулировать, обязательно сегодня. Ну и что? А может всю жизнь она будет идет. И что? С вами я не здороваюсь, потому что по 17-му вопросу вы сказали не то, чтобы мы ем. Если коллективный голос составляется не за один раз. Ну, в том то и дело. То есть вообще вот с этой точки зрения, то есть решили вроде что-то смягчить законодатели, а получилось как-то не очень здорово, потому что вот закончилась фаза спора, спор закончился, уже были переговоры, была примирительная комиссия, арбитраж, приглашение посредников. Здесь переговоры тоже будут во время забастовки. Это тоже, это же спор будет. А спор-то остается, он во время забастовки будет. А сама-то забастовка уже не спор, это конфликт. И вот мы прячем. С одной стороны, мы создаем наше целое отделение конфликтологическое по всей стране и понимаем, что это есть. А с другой стороны, так вот делаем вещи, а конфликтов нет. А вы просто так мы готовим конфликтологов, потому что нет конфликтов у нас. И государство деньги на это выделяет, потому что конфликтов нет. Так получается. Получается, да. Вот это вот надо иметь в виду. Так, ну, у нас не изучение этих самых законов как такового, а у нас курс конфликтологический. Мы должны смотреть, что на самом деле получается, не как написано. Написано, мы должны понимать, что иногда написано не в соответствии с тем, что есть на самом деле. Ну вот в случае, если примирительные процедуры прошли безуспешно, то профсоюз, ну, представители работников имеют право провести предупредительную часовую забастовку, предупредив об этом работодателя в письменном виде с указанием всех требований. Когда они должны проводить ее? Через 5 дней. Через 3 дня. Нет, уведомить они должны за 3 дня до начала забастовки. Ну и когда ее проводить? Во время работы примирительной комиссии. Но мир будет, да. Бегом должны сделать забастовку и провалиться. Можно сделать за 3 дня забастовку. Часовую даже просто сделать часовую. Знаете, на час остановился все, кто предприятие. Потом через час все заработает. Если я остановлюсь, я уже работать не буду. Можно. Знаете, какой большой, какая большая проблема? Вот надо закончить забастовку, принимается решение, а вы приходите, сейчас будем обсуждать, дискутировать, сейчас обеденный перерыв, а потом это мой понятие. Во время забастовки можно идти домой? Нет. Как нет? Можно. Можно? Можно. Ну, не рекомендуют. Неправильно. С нашей точки зрения, или с точки зрения руководства забастовки, неправильно. А с точки зрения закона, да, пожалуйста, идите домой, руководите. И как раз вот это, вот как раз такие вещи, они могут быть использованы для того, чтобы объявить эти действия незаконными. А зачем вам незаконные действия? Вроде как забастовщики должны быть образцом соблюдения закона, если они хотят пользоваться правом. Это право. Есть и другие формы, там тоже, так сказать, отставили своих интересов, так сказать, скрытые забастовки. Но если они скрытые, так они и есть скрытые. То есть менее они работают там или работают по правилам очень строго читают, соблюдают и так далее. Тогда и для этого же спора вроде нет. Как работать? Работаем. О чем именно работать? Да настроение. О чем настроение? Да зарплату. Посмотрите, какая зарплата. Посмотрел на зарплату, ужас. Никакого настроения. Даже руки опускаются. А если опускаются, как с опущенными руками работать, сам подумайте сами, и все. Нет спор. Никакого спора нет. Просто исповедь. Так, продолжайте. Собственно, так. Так, после 5 рабочих дней часовая. Вот, собственно, забастовка, о начале самой забастовки, то есть непредупредительно, необходимо уведомить работодателя за 10 рабочих дней, тоже в письменном виде. Ну, собственно, опять же, с указанием всех требований, органа представительства работников, ну и, собственно, с датой начала забастовки. А вы что-то вот не выделили, как-то умолчали об этом, и вы умалчиваете насчет минимума работы во время забастовки. А, да, еще необходимо
в уведомление сделать запись о минимуме работ, которые... Нет, это надо отдельный переговор проводить с работодателем. Вот проблема. Работодатель полный сейчас идет на разрыв, на заботовку, а надо с ним сесть и говорить. Это, кстати, приучает людей во время каких-то конфликтов, тоже все равно, между прочим, не терять голову, продолжать разговаривать. Конфликты вот и конфликтуйте, но вам же надо отвлечься от этого продовольствия к тем, кто там находится в больнице. А вы что делаете? Кто это вам? Это вам никто не позволяет это делать. То есть давайте вот минимум. Значит, есть. Сейчас это урегулировано так, что минимум отраслевой устанавливает министерство. Уже есть везде. Ну вот в пределах этого, ну вот давайте, значит, договоримся, что мы делаем, а что мы во время запасов. А не так, что все просто нарушено будет еще. Так нельзя. То есть все-таки мы не должны не рассматривать подстопку, как уничтожение производства. Это совершенно неверно. Это, так сказать, ну, выражение своей позиции. Потому что это выражение того, что работник имеет право и не работать, если его условия не соблюдаются. Почему я должен продавать свою рабочую силу тогда за дешево? Не обязан. Так? У нас принудительного труда нет. Говорят, вот шахтеры задолжали угля очень много. Как это шахтеры задолжали? Они у кого брали этот уголь? У кого они? Брали у земли, а задолжали разумеется работодателю. Странно. Поэтому такого не может. Да, хорошо. Но участие в забастовках является добровольным, и принудить к отказу от участия в забастовке или к участию в забастовке нельзя, и это карается уголовным кодексом. Это вы мне рассказываете, как узаконить. А вот конфликтологи должны знать. Вот, а конфликтологи, соответственно, можно использовать разные способы, ну, непрямые, для того, чтобы заставить работников либо представительный орган отказаться от своих требований, или как-то изменить их в лучшую сторону. А вот по поводу того, что нельзя никого, так сказать, там, мешать тем, кто хочет работать и так далее. Ну вот начинается забастовка. Вот я вам скажу, например, я просто свидетель. Петров Владимир Александрович, он сейчас сам уже не работает на пенсии, который вы представляете, правкома, второй свидорной компании. Он собрался, зимой, говорит, ну, сейчас у нас забастовка. Мы все были в Европе, видели, как там борются за рабочие места. Видели, да? Так, вот у нас сейчас зима, ледорубы, пожалуйста. Мы были у вас в ломике, в шкафчиках, что вы стояли. И с рабочих мест не уходить. Вы пришли, вас пригнали. Как называется, те, кого пригоняют работодатели во время забастовки? Штрейкбрейкеры. Как это переводится с немецкого? Штрейк – это страйк, это забастовка. Брейкер – это то, что ломает? Ломает. Тот, кто ломает забастовку. Да. Ну, это неплохая вещь на рабочее место. Поэтому, когда мы говорили об этом, часовой забастовке, но часовая, как вы приведете на час штрейкбрейкера, пока он переливаться будет, закончится. А вот если вы уйдете, то домой уйдете. Ну, вы уйдете, завтра придете, другие люди работают. А вы будете долго добиваться, там, что это неправильно. То есть, ну, что вы, как вы будете это? Силы будете? Не надо создавать такую ситуацию, когда потом вам нужно какую-то силу применять. А применять силу к работникам, я все равно сам проучились. Это моя машина. Он сломает мою машину, вы привели такого лопуха. Он сломает мой погрузчик, а я потом буду виноват. Не-не-не-не, отойди отсюда. И все. И никакого принуждения. То есть позитив это превращается. Человек защищает, он должен свое рабочее место. Да. Ну, почему нет? Это же рабочее место его. Машинку не можешь, машинистка не отдаст вот так вот машинку. Вы вот отдадите компьютер, кому попало, поиграться. Мига он сломает. Или я сейчас куда-то буду смотреть и догонит туда вирус. Видимо, невидимо. Только давит. Вот так. Так, хорошо. Так, ну, собственно, про начало забастовки я уже все. Все, да? Хорошо. Ну, там недостаточно. Спасибо. Значит, таким образом. Вот в ходе нашего большого обсуждения и в ходе ваших ответов они все заслуживают положительные оценки, так, с учетом замечаний. Ну, а замечания всегда бывают, такого страшного нет. При всякой хорошей работе всегда бывают замечания. А при плохой тем более. А при хорошей тоже бывают замечания. Вот вы видели, как присутствует как на защите доктор, кандидат? Нет? Только не дипломе. Ну, на дипломе. На дипломе то же самое. Будет. Вот, на дипломе.
вам наковыряют всяких замечаний, потом говорят, что вот эти отмеченные замечания не мешают общего, не снижают общего высокого уровня работы. Хотя на самом деле немножко снижают. Обычно пишут, что не снижают. То есть не отменяют это вот общие оценки, правильно? А если вы возьмете кандидатский, обязательно, если нет замечаний у оппонента, вообще это сейчас считается липовый отзыв. Как это у вас нет? Как человек, доктор наук, читает кандидатскую диссертацию и не находит там никаких замечаний? Это надо подумать, это доктор или он наук. Ну а если докторская, то значит вот мы сидим, вот вы сидите, три доктора, а я хочу влезть между вами и встать рядом, а я еще не доктор. Так это, знаете, как трудно туда влезть? И чтобы вы меня так пустили, не надавав мне замечаний целую гору, такого не может быть, поэтому. Но в конце пишут, но отмеченные замечания не отменяют вот, высокой оценки данной работы. Она соответствует требованиям, предъявляемым докторским диссертациям и так далее. Так что это обычное дело. И мы должны к этому привыкнуть. И тот человек, который представляет себе, что, может быть, какие-то работы, которые, так сказать, не могут, и которым нельзя предъявить замечания, он идеалист. Такого не бывает в жизни. Ну, или я не знаю, как это. Вот вы посмотрите, скажем, работы Пушкина, которые он сначала написал, а потом сколько он там замечаний сам. Он сам уже знает, самокритичный человек. Или почему у Чайковского нет плохих произведений. То он плохие произведения никогда не выпустит из своих рук. Мало ли чего ему придет. Но только тогда это начинает это дело оформлять, записывать, когда он видит, что это вот неплохое произведение. А есть люди, которые любую любят, все, что у них, так сказать, вроде он считает, родилось, они прямо несут и думают, что это облагодетельство человечества. Вот, это понятно. Значит, у нас с вами следующий понедельник уже ничего не будет, поскольку у нас занятия сегодня на этом благополучно закончились. Вот. А 28-го – консультация. И вот с учетом сегодня нашей особенно дискуссии, хотелось бы, чтобы по всем непроясненным вопросам, вот у вас вопросов много, по всем вопросам, у вас 28-го, вы меня спрашиваете, если я на что-нибудь не отвечу, значит, вы освобождены от того, чтобы отвечать на этот вопрос. Но если вы меня не спрашиваете на консультациях, а потом я спрашиваю на экзамене, говорите, говорите, не знаю, а что это такое? Ну, так была консультация, у вас была возможность выяснить. Поэтому я хотел бы попросить вас отнестись к этой самой консультации, ну, так, очень ответственным образом, и использовать ее для чего? Это вот тот случай, когда я у вас, так сказать, допрашиваемый, а вы можете задавать мне любые вопросы. В том числе каверзный. Задать можно сейчас один? Можно сейчас один. Мы на экзамене билеты как сами выбираем все вопросы, которые... Сами. Сами. Все, прекрасно. Сами. Значит, я вот этот опыт взял у покойного уже заведующего кафедры ценообразования. Был в Финеке. Я сначала очень удивился, думаю, как это такая доброта. Какая, говорит, доброта? Вот человек вот сам выбрал, ну это нормально, человек сам выбирает, что ему интересно. Ну потом, если он сам выбрал, но не может на это ответить, ну это уже все, ни в какие ворота не лезет. Угу. Так бы он мог сказать, дайте мне другой билет, дайте мне другой вопрос. Но если вы сами выбрали, значит это самый ваш любимый, самый лучший. Если тут вы плохо отвечаете, ну тогда точно надо ставить двойку. То есть это такой, можно сказать, с двойным дном подход. Вот, так что... Сами вы выбираете. И это, в общем-то, для магистратуры это вообще, по-моему, должно быть правилом, потому что кандидатскую диссертацию вы тему сами будете выбирать, или вам скажут, вот вам тема, так, вопросы жизнедеятельности растений. Будете разрабатывать? Как не будете? Вот вам тему дали, а мы утвердим. Ну, в том-то и дело, что как можно разрабатывать какую-то тему, это же наука. В науке надо любить то, что ты разрабатываешь. Если ты это не любишь, это как вот жить с нелюбимым человеком. У нас что, назначают, так сказать, семьи, или они все-таки как-то находят друг друга по любви. Поэтому и здесь. Хоть некоторые люди говорят, надо решать трудные проблемы. Да это надо трудные, но это должна быть любимая все равно проблема, то, что привлекает тебя. А вы будете решать, она может 100 раз трудная, но она нелюбимая, и все останется. У человека затормозится, и ничего у нее не будет. Поэтому вы выбираете сами, но вы, как сказать, кругозор у вас должен быть такой, что вы остальные вопросы тоже знаете. И если, вот видели, я вам задал вопросы только тогда, когда вы
по ходу своего изложения это затрагивал другие вопросы. И так же будет и на экзамене. То есть, если вы сами заезжаете в эту область, но вы это определение не даете, а есть четкое определение, что такое партия, что такое политика. Они в курсе давались. На определение я попросил вас обратить особое внимание. И вы меня можете спрашивать 28-го, сказать, любое определение, и проверить, знаю ли я определение. Или я только им для записи даю. Поэтому это тоже очень важно. Потому что, надо сказать, это вообще беда. У нас в образовании, в том числе на нашем факультете, в нашем институте, превалирует, что излагают всякие вещи, говорят, излагают. Спросишь по определению, не знаю, о чем тогда разговор. То есть я вот вам что-то наговорю, и вы мне что-то наговорите, мы то есть, дружно говорили друг с другом. И что? Это что за обучение такое? То есть надо знать четко очень понятия все. Во всяком случае, те понятия вот. Потому что я хочу вам сказать, ну, у меня, так сказать, богатый, так сказать, опыт общения с представителями разных профессий. Приходишь к историкам, что такое история? Прихожу, я читал им философию и историю на 5-м курсе. Сейчас у них 5-го нет, бакалавриат, ну нет теперь моего курса. Спрашиваю историю, что бы вы ответили? А вы вообще не отвечаете, вы можете бесплатно. Что такое история? История? Да. Вот они сразу, понимаете, вот то, что вы задумываетесь, это вот вы вообще, вы историей не занимаетесь, вам эта история не нужна. А они вот сидят, пятикурсницы, и говорят, история, ну она изучает. Я говорю, ну что она изучает? Она говорит, мы изучаем то, что было. То, что было. Понятно. Я говорю, значит, вы изучаете то, чего нет. И вот вы к 5-й курс кончаете, будете специалистом, придете в фирму работать, скажете, я специалист по тому, чего нет. Ну и кто вас возьмет-то? И начинает, гадание начинается после, никто не может сказать. 5 лет они учились, никто не может сказать, как, чем же занимается история. Я говорю, можно я вам скажу? Мне же нужно как-то философию ну, пропагандировать, что она все-таки что-то дает и историкам, не только нам, философам. Я говорю, можно я скажу? Ну, скажите. Философия изучает современность как продукт предшествующего развития человечества. Вот такие люди, которые всегда с корнями берут то, что все современные вопросы с историческими корнями, да? Как результат развития. Они оторваны от процесса движения к этому. Как Гегель учил, все надо в результат брать вместе с процессом, который ведет к этому результату. Если вы берете результат без процесса, то вот там про тех, кто не знает историю, поэтому говорят, что эти люди остаются младенцами в самом почтенном возрасте. Потому что они не знают, как это появилось. Младенцы-то не знают, они утвердились, они это не видели, не представляют. Приходим к культурологам. Культуролог, что такое культура? Та же самая картина. Что такое культура? Культура – это слово правил, знаний о… Правила, знания. Совокупность. То, что было накоплено человечеством за все годы его существования, выражающееся в материальных или иных ценностях. Ну, то, что представляет собой… Некий интерес, который передается. Ну, это близко уже, близко, да. Потому что, когда вы сказали, что накоплено, у меня сухо, вот у меня чемодан один, в нем барахло лежит. Ну, мало ли вдруг пригодится. Знаете, как человечество накопило. Накапливает много чего. Вот. Еще такой ответ распространенный, что культура имеет 500, есть определение. Ну, хорошо, дайте одно. Одно никто не может дать. Потом я даю, а вот примерно близко к тому, что вы сказали, что это накопленный опыт человечества, опыт человечества, материальный или духовный. Ну, опыт он либо в материальном виде имеется, в виде здания, сооружения, там, архитектура, да? Или духовный. Это книги, да, это рукописи, это фильмы, это картины и так далее, это культура. Вот. Накопленный опыт человечества. Ну вот это хорошо, приходим к музеологам, я читал. Да. Ну я первым делом прихожу, спрашиваю, а музей что такое? Ну, 3-й курс. Ну что музей? Музей что такое? Вот вы тут знаете уже, что такое культура? Музей. Хранилище ценностей. Понятно. Исторические ценности. Хранилище. Вот. То есть склад, понятно. Вот там, между прочим, вы очень близки. Там вот. Вы знаете, что в Эрмитаже есть такие фонды, и в этих фондах вот там лежат и лежат, причем там некоторые вещи лучше, чем выставлены. Потому что в музее нельзя
экспонировать нельзя больше. Да у вас, если послушать, вообще не надо ничего экспонировать. Больше, то, что храни... Да у вас, да не надо. У вас сказано, что музей – это хранилище ценностей. Да. По вашему определению, вообще ничего не надо выставлять. Это же потом какая-нибудь дура придет, плеснет кислотой. А вот это хранилище ценностей. Вы как нарушили режим хранилища. Но они, учитывая, что все за стеклом, это действительно хранилище. Ну, большинство. Да, на это ремонтировали после кислоты. То вы настаиваете на том, что это просто хранилище ценностей? Тогда надо его броню и саркофаг сделать и все. Все, мы не знаем, не умеем делать саркофаги? Делаем. Значит, музей. Это не хранилище, это общественное, социальное учреждение, которое а. накапливает культурные ценности, культурно-исторические ценности, б. исследует их. И вы, наверное, знаете, что у нас есть кафедра есть музеологии, там, и охраны памятников, Петровский у нас здесь заведующий кафедрой, исследует и пропагандирует. А вы хотели сидеть на этом мешке с драгоценностями и никому не давать, никому не давать, за сохранение. На поколение за поколением проходит, никто не в этот опыт не получает культурный, а все, а вот все хранят и хранят. Вот. И такая есть фигура Плюшкина, он хранил все время. Да. Так, еще кто? Какие у нас еще есть науки? Конфликтологам тоже самое, приходишь в конфликт. Ребята смотрят, третий курс мне говорят. Это, говорит, встреча двух мнений. Чего? Что? Кто такое сказал? Хорошие ребята там, первокурсники, третий курс, ничего. Да, да. То есть тоже вот эта вот проблема. Меня поэтому просил товарищ Олейников написать, вот у нас книжка на конгрессе. После конгресса выпускалось, попросили меня написать раздел, что такое конфликт. Я его написал. Конфликт в зеркале социальной философии. Вот. Потому что это очень важно. Иначе, если мы не будем давать четких определений, то это, так сказать, не позволит нам, ну, как-то научным делать свои ответы, и свои труды, произведения и так далее. Поэтому на экзамене, конечно, вопрос определения будет. Ставится. Если бы у меня не было определения в курсе, вы бы сказали, а вы и сами не давали. Ну, вы так не можете сказать, потому что я эти определения даю. И даю я не потому, что я их даю. Потому что поиск определений, вот это вредным делом является придумывание определений. Потому что если определение придумано, я могу за час придумать 100 определений. Определение не то, что придумывается. Когда человек создает научную систему, и он должен взять те определения, которые в науке есть. А если их вдруг не хватает для того, чтобы достроить систему, тогда он вводит еще одно определение, которое согласуется со всеми остальными. Вот это определение оправданное. А просто придумывать там, из головы выдумывать определение, вот вы додумаетесь лучше до какой-нибудь идеи хорошей, а это придумывать определение, так сказать, ума не надо много. Вот. Но другое дело, что эти определения тогда не работают. Поэтому начинаешь спрашивать людей, что такое товар, не знаю, что такое деньги, не знаю, что такое обмен, не знают. А как без этого? Вот у нас экономические вопросы есть еще. Надо же это знать все. Понятно, да? Ну вот, то есть это вот такое требование, конечно, лежащее. Ну что, на этом мы можем, наверное, сегодня закончить, если нет вопросов? Да. Нету, да? Есть, давай. Я присутствовал на предыдущей лекции, но отзыв. Что? Отзыв на коллективный договор. Отзыв на коллективный договор вы написали? Я написал. Да, вот это хорошо. Вы мне его принесете, я посмотрю и отзыв на коллективный договор. На экзамене прямо. Собственно, вот есть отзыв, есть. Да. Коллективный договор это вам подарок, а отзыв вы принесете на экзамен. Вместе с вот вы можете, так сказать, свои отзывы показывать. Mm-hmm. Ну вот товарищи туда не выступали, с них уже это не требуется. Mm-hmm. Вот я их подтверждаю, что они вот очень хорошие сделали отзывы на коллективный договор. А вы в письменной форме, как пролетарий. Как вы сказали. Ну, вдогонку. Ну вот вы приносите, я смотрю и тот, и то, и это. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Хорошо. Еще нет вопросов? Mm-hmm. Нету. Спасибо за внимание. Спасибо. Успехов. Всего вам доброго.